В Подмосковье проходит декада милосердия, посвященная Международному дню пожилых людей. Она проводится под патронажем Министерства социального развития Московской области. В рамках нее организовывается большое количество благотворительных акций, в том числе и в Ленинском муниципалитете. Теперь занятия в творческих кружках Центра Веры станут еще содержательней. В качестве подарка от сообщества предпринимателей сюда передали несколько упаковок 3D-ручек, популярного прибора, позволяющего создавать трехмерные объекты. Председатель торгово-промышленной палаты Ленинского муниципалитета Владислав Рымша уже давно является одним из попечителей Центра социального обслуживания Вера. Мы помогаем регулярно. И сами помогаем, и помогаем по просьбам организации. Поэтому отношения уже сложились достаточно давно. Конечно, задача торгово-промышленной палаты немножко заключается в другом, но мы всегда рады помочь таким организациям, как Центр Вера. Не отстают от предпринимателей и школьники. Вместе с 3D-ручками в Центр Вера прибыла большая коробка с надписью «Поможем детям вместе». Наши друзья, Видновская гимназия, провела на базе своего учреждения акцию «Помоги собрать ребенка в школу», в рамках которой были собраны канцелярские товары и другие предметы, необходимые для обучения в школе. Собранные ребятами принадлежности будут распределены по семьям с небольшим достатком. В рамках декады милосердия запланировано проведение еще нескольких благотворительных акций.